Мне кажется, Боба вчера просто был вообще не в форме. Он просто, блядь, вздыхал. Зале. Thank you.
там Егорами. Хуй, блядь. Рейверс на Overwatch. Ну, в команде сбора, да.
Блять. Бай тоже не так просто, как кажется. Так, блядь, ну знаешь, что Боу, блядь, всегда этот овер ставит, всегда, блядь. Ну, можно было бы. Тем более там две карты можно было банить сразу. Ну, как бы с одной стороны, да, с другой стороны, хомяки тоже неплохо овер играют. А другие, они, может, меньше хотят играть. Ну, как видишь, овер у них вообще не получился. Ну, не рассчитали. Ну, может, им вообще просто они играют в удовольствие. Им главное сейчас взять хотя бы игру, чтобы лихачки были. Ну да. Если выиграют, так хотя бы одно очко получат. В принципе, они на Lost Village тоже могут попадаться. Мне кажется, нет. Ну там единственное, что вот Нервея играет так пафосно, достаточно. Но он там такой душноватый. Ну, реверс уже и догнали. У них на тоненьком. Если они тут смогут проебать, это пиздец. Привет, ребятки. Привет. Надо потеть им. Ну да, да потеть. Хотя бы игру престижа выиграть. Это какая игра, кстати? Вторая. Всего из всех? Нет, тут всего три. Но просто если Хоуми выиграет, то будет третья. Хоуми. Егоры, блядь. А если дерутся, они проиграют? Дерутся за одно очко. А если проиграют, то все, конец. Две карты. Дерутся за одно очко, хорошо сказано. Да, да. Как есть. А еще кто играл? Уже играли, да, все? Я все пропустил. Ну еще планируется там одна игра. Гэвила против Хоуми. Афериста? Нет, помню. А что, аферист не играет? Они уже повод играли. Ничего не понимаю. Ну ладно. Там таблица, типа. Там не сетка, а таблица. Там каждый должен с каждым сыграть. О, господи. Спак придумал, ну понятно. Ну просто как бы, ну, справедливо. Ну понятно, все ясно теперь. Нормально. Да это вообще-то не особо я придумал. Есть такая схема. Да, конечно. Блять, есть шансы даже у, блять, там. Не факт, он уже мог быть. А что, Хоуми постоянно банят? Да. Блять. Теперь только не знаешь, что это факт. Прикольно, третий бы оставить. Мы, может, с первым её пикнем, если будет шанс. Спак.
Кстати, да, Спак, если вы с Кредом, ну как бы, блядь, ну, коп нормально играете. Слышь, Спак? Чё? А ты толстый? Нет. А почему ты на сходки не ходишь? Пиздец, ловите железо. Нет, ну я же тебя вживую не видела ни разу. Вдруг ты толстый, поэтому не ходишь. Red Team wins. Бля, красавцы, нихера себе. Али подфартило. Молодцы.